Дорогие друзья, мы находимся на знаменитой красной лестнице Каннского дворца фестиваля, где через полчаса состоится премьерный показ фильма Пола Верховена «Эльс» Изабель Упер в главной роли. Огромное количество людей пришло на этот сеанс, потому что с утра после пресс-показа Твиттер буквально разразился хвалебными реакциями о том, что Изабель Упер в этом фильме божественна, о том, что это ее, возможно, самая лучшая роль. Так что, может быть, у нас появился новый кандидат на главный Каннский приз «Золотую пальмовую ветвь».